Приветики, друзья! Мы с вами уже многое сделали. Мы с вами обсудили дисциплину сна или гигиену сна, дисциплину питания. Мы с вами уже дисциплину движения обсудили. И даже вы знаете, как быть позитивным Wi-Fi и раздавать кругом позитивную энергию. Надеюсь, что вы все это принимаете и передаете дальше. А сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать так, чтобы клеточки имели удовольствие и жили в вашем теле в удовольствии. Мы же вышли с вами из мирового океана, а клетки не вышли. Поэтому они сейчас, прямо в этот момент, находятся в межклеточном пространстве. Представьте себе клетки крови. Там белые, красные кровяные тельца, они находятся в плазме крови. И от того, какая это плазма по своим качествам, зависит то, насколько они хотят вам служить, верой и правдой, или вовсе не хотят вам служить, хотят уволиться, например. Да? Но уволиться, как клетки могут уволиться, только на операционном столе. Поэтому мы сегодня занимаемся водной дисциплиной или водным режимом. Я сегодня вам расскажу, что я такое делаю в течение дня, чтобы не забыть выпить свою суточную норму воды. И сразу скажу, что это для меня самый сложный вид дисциплины, самодисциплины. И я думаю, что это самый продвигающий способ остаться молодым, здоровым, красивым и так далее. И вот что у меня здесь сегодня происходит. Сейчас я хочу наполнить один сосуд, вот этот сосуд, прекрасной жидкостью. Я могу просто воду пить, но вам специально сделаю не просто воду. Я уже вот разрезала один гранатик, и у меня есть элементарная соковыжималка. Может быть, у вас есть лучше, но у меня такая. Моя задача выдавить сок и добавить небольшое количество этого сока просто для того, чтобы было приятно вкусно пить свою водичку. Ну, допустим, я справилась, мне, в принципе, этого сока достаточно. Главное потом не всю кухню мыть после этого мероприятия. Вот, у меня есть какое-то количество сока. Я наливаю в... Вот. А по количеству углеводов можете не переживать, это небольшое количество углеводов совершенно. Я сейчас сюда добавлю водичку. Ну сколько это там? Примерно, скорее всего, 10 грамм углеводов. Но так как я доливаю пол-литра или даже здесь 700 миллилитров водички, вот, посмотрите, да, тут, наверное, литр целый. Честно говоря, не знаю, литр. Да, тут точно ровно литр. Смотрите, какая у меня прекрасная вода. Теперь что я делаю? Я беру красивый бокал и наливаю туда эту прекрасную воду. Так как у меня дома еще есть тот замечательный человек, с которым я хочу жить, ну, лет этак до 105, то вот нам такой напиток. Очень вкусно. Намного вкуснее, чем вода, просто вода. Хотя просто вода тоже замечательно. Это один вариант. Второй вариант. У меня есть просто апельсинка. Я же могу ее разрезать. И без всякой соковыжималки. Честно говоря, соковыжималка, потом ее мыть. Ну, в общем, не хочется. Взяла и украсила свою воду. Могу половинкой апельсинки украсить свою воду, а половинку съесть. И очень здорово, если в вашей воде будут плавать кусочки этой апельсинки, потому что это просто приятный цвет. Потом надо будет, конечно, это все достать оттуда, но это будет потом. Что мы делаем? Мы делаем второй литр. Второй литр. Так, посмотрите, как это выглядит. Также можно положить туда... какую-то зелень, если у вас на огороде растет зелень. Посмотрите, как красиво. Или, например, огурчики. Сельдерей, вот стебелечки вот эти тоже. Очень-очень классно. Посмотрите, я обязательно эту воду выпью. Обязательно, потому что она вкусная. А что мне делать тогда, когда я ухожу на свою прогулку? Я сюда уже водичку налила. Смотрите, у меня есть коллоидные минералы. Коллоидные минералы – это 75 минералов в коллоидной форме, которые не только... Сейчас я воду добавлю, это будет водой. Но они еще и ощелачивают. Вот такое небольшое количество. Там еще есть сок асаи. Это пьется намного легче, чем просто вода. И нет дополнительной нагрузки по углеводам.
Просто если вы себе сделаете, например, весь такой стакан апельсинового сока или весь такой стакан гранатового сока, вы сделаете передозировку по углеводам. Все читатели книги «Старости нет» знают это, не делают это. Все люди, которые прошли систему «Старости нет», знают это, не делают это. А вот такой легкий раствор мы можем сделать. Я могу с собой взять эту термокружку куда угодно. Это очень удобно. Так, а вот с этим что я сделаю, если мне нужно выйти на улицу? Так, я очень люблю качественный пластик. Я очень, ну, конечно, лучше, конечно, даже не качественный пластик, все равно брать с собой стекло, вот, ну, или металл вот в таком случае. Ну, иногда пластик. Выбирайте, конечно, то, что наиболее экологично. И у меня есть еще одна штучка, называется хлорофилл. Иногда имеет смысл делать две вещи в одной. Например, я хочу себе просто дать для клеточек, для межклеточного пространства воды, но у меня есть еще одна идея. А если я одновременно позабочусь, чтобы вывести токсины с помощью хлорофилла, или чтобы... Вот видите, какой зелененький сразу стал. Или чтобы... насытить кровь кислородом, потому что что делает хлорофилл? Немножечко ощелачивает, то есть оптимизирует pH среды, она становится более комфортной для проживания. Разлепляются эритроциты, которые с большим удовольствием начинают бегать и таскать кислород. Друзья, я не знаю, как у вас, но у меня сегодня вообще нет шансов не допить воду, потому что я сделала себе очень много вкусной целебной воды. Если у вас есть свои секретики, тоже давайте их, потому что нам нужно учиться друг у друга. До завтра!